Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей или же иной, и мы продолжаем проходить «Мир на стене». Что ж, в прошлой серии мы таки увидели мега крутого босса, познакомились с игрой и классически погибли, потому что у нас не было ни какого-нибудь крюка, который позволил нам быстрый рывок вниз по стене делать, либо там турбин вверх по стене, либо просто двигателя, чтобы быстро бегать. Я не успевал уйти от зоны атаки, хотя просто двигался и не успевал. Но зато нас тут встречает всегда девушка, поэтому даже не жаль помереть. А вот не хватает, что 12 очков опыта, это прям обидно. Ну, давайте не будем плакать, а начнем заниматься мужским делом, ну или женским, не знаю, добывать уголь в шахтах и отбиваться от зайрексов, как их называют местных монстриков. Так, ну давай, у меня теперь есть одна ракета, что ли, запускай самодящуюся ракету, войти в шахту. Куда ты там? Запускайся, забуривайся. 19 минут. Так, отключиться от паука и пошли сверлить. И тут у нас что? День 6. Слышу, как снаружи скребутся. Зайриксы что-то почуяли? Пусть скребутся. Я надежно замуровал вход. Ну, замечательно, конечно, я рад за тебя, но тебе это не поможет. Покину шахту. Ползем. Войти в шахту. Прибуриваемся. Отключиться от паука. Вот эти вот кнопки подключиться, отключиться. Давай, сверли, сверли. Ищем что-нибудь интересное. Какое-нибудь мега улучшение. Там сейчас еще атака пойдет, а я где-то далеко, где-то очень далеко. Что это за мега? Берем. Что это? 5% шанс получить ресурсы с любого блока. Ну, экономичное бурение. Надо все, надо возвращаться. Меня там уже будут напинывать. Давай, подключиться к пауке. Давай, единица, полетела. Пока я там развернусь полгода. А, ну все. Ракета красиво сработала. Качественно. 1100. Вот накопить бы там пару тысяч так вот. А лучше там 1003, чтобы всякие рывки вверх и рывки вниз, и просто быстро бегать пауком. Тогда вот можно будет уже начать как-то серьезно. Заниматься вещами. Так, всасываем в себя. Как уж это пылесос и возможность сосать. Конечно же, нифига нету. Давай, давай. Всасываем и уезжаем. Покинем шахту. Идем вверх, потому что вверху было что-то интересное. Может быть, даже что-нибудь улучшить можно. Шанс на один ресурс больше. Звучит как план. Плохой, но план. Вторая волна, волна птиц. Видите? И мелкий пацан. Кто их вообще пропускает? Войти в шахту. Бури. Давайте больше мне шансов, что всякие вещи выпадают. Давай пока уж я тут рядом закинем.
хоть что-нибудь набудем. Добрые шахтерские дела никогда не устают. Всегда любопытно, что ты можешь найти там, за следующим кубиком. Какой секрет ожидается? Блин, какие-то шахты пошли на самом деле. Достаточно длинные. Блин, сколько можно? Надо возвращаться. Возвращаться надо. Тут еще столько всего. Что-то какая-то мега пещера прям. Ну, грех жаловаться. Давай, единица полетела. Так, этих мы разорвали. Птицы, блин. Ну, попал. Все. Улучшение. Дай-ка мне быстрее бурить, потому что явно не хватает перемещения к шахте. Ну, пускай перемещение к шахте. Все, отлично, паука. Теперь должен бурить быстрее. Мощно. О, сразу. Видимо, это максимальная скорость, которой можно бурить. Когда я там улучшение брал на плюс 20, бурил практически с такой же скоростью. А может, мы просто врали, на самом деле улучшение не такое жесткое. Так, надо вот это, то, что я собрал, скинуть. 8. И быстренько-быстренько бежать обратно. Здесь долго на ничего. Ну как бы да. Где-то же должно быть какой-нибудь секретка. Лишняя комната с мегаресурсами. Но опять надо уже возвращаться. А то корабль будет бить. А я виноват. О, там что, какое-то мега ядро. Вот это уже звучит как... как то, что мне нужно. Подключиться. Что тут у нас есть? Эффективность бурения, быстрее скорость, поворот, больше урона, пожалуйста, мне. И скорострельность пулемета. Не знаю, поворот. Все мне нужно. Единица просто в кого? Полетела. Бум. Разорвала. Так, так, так. Накидываем, накидываем, накидываем. Вы не офигели там? Единичку. Блин, единичка. Так, как я в ноль-то иду, а? Но этого недостаточно. Через 12 минут прилетит ебака и размножит мне мозги. Так, что это? Не знаю, что это, но что-то крутое. Возможно, только ради этого я сюда и шел. Так, надо присосать и полететь. Отнести это. Давай, мега-ядро. Что это такое? Вы нашли бомбу. Каждые 90 секунд в пауке производится бомба. Эту бомбу можно подобрать и перенести в шахту. Если ее запустить, запустится таймер, по истечении которого она взорвется, разбив все. Разбив все. Взяли бомбу, пошли. Времени мало. Пещера не маленькая. Ну как бы бонусик-то, конечно, интересный.
Давай сюда. Ну. Мне уже надо уходить. Успеваю. Слишком большая пещера. Подключиться к пауку. Единицкой. Жахнуть. Так, птицы. Прям миллионы птиц. Так, 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 птица. Еще одну ракету. И последнего. Ну, последнего, я сказал. Улучшение. Быстро бегать. Мне не хватает быстро бегать. Бомбы нет. Так, ну я стал ощутимо быстрее бегать, но... Успею ли я? Так, 2000 опыта. Сверлить. Еще сюда надо будет возвращаться, чтобы вот это все забрать. Давай, 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 давай. За мной, ребята. За мной. Подтаскиваем, подтаскиваем, подтаскиваем. И летим. Оп. Включиться. Покинуть шахту. О, снежок такой. Накопился, но мы стряхнули его и пошли дальше. Так, F. Мне нужно уже скоро, наверное, воевать по-жесткому. Урона побольше. Разброс пуль меня тоже напрягает. По факту напрягает. Скорость поворота к урону. Аннигилировать. Д. Что тут у нас? Бомба. Радиус взрыва. Урону. А что значит к урону? Там что, будут какие-то мерзкие пацаны, которых надо будет взрывать? Плюс 20 скорости репликации. Радиус взрыва. 500 урону. Урон. 600 к урону. Ну, может, это просто урон такой. Теоретическая плотность кубиков. Кто знает, как его они там плотно. Так, тут, блин, на... Единичка. А, вот и все. Ты взорвался. И вот ты тут еще. И так, ну. Мне страшно идти вверх, потому что вверху меня расстреляют. А у меня еще есть 8 счастливых минут жизни до босса. Я планирую их потратить с пользой. То есть поднакопить еще там 700 где-нибудь опыта. Ну или 500-очку. Чтобы мне купить рывок какой-нибудь вниз. И просто скорость бега за 1700. Это мне позволит... Позволит как-то увереннее себя чувствовать в будущем. Может быть, даже смогу победить босса с такими заманухами. Сейчас-то я и обречен. Грусть. Вот, наконец-таки. Новая шахта. Копай, копай, копай. Даже не знаю, чего я хочу, чтобы шахта была короткой или длинной. Потому что с одной стороны...
улучшения. Что мы можем улучшить? А, ничего. Справедливо. Так. Птица. Так, одного-то я взорвал. А вот второго. А, прям в меня. Прямо в башку сапог. Давайте, взрывай. А, блин. Могла бы и в другого пальнуть. Чё, всё? Взяли бомбу. И закинули её. Глубокая длинная пещера. Как же вы любите глубокие длинные пещеры. 2500. Мне надо 2700. Желательно даже побольше. По лесенке. По лесенке шел куда-то. Далеко. Во тьму. Нет? Ну, коридорчик. Коридорчик. Что там? О. О. Е. Вы нашли дробовик. Оружие с высоким разбросом и низкой скорострельностью. Крайне эффективно вблизи. Ну, какой-то добрый наш паучок тут залез и остался. Так, надо возвращаться, иначе. Так, у вас появилось новое оружие. Переключитесь на него, попробуйте. Z и X. Давай, хоть в кого-нибудь попади. Так, Z. Расстреляем тебя так. Улучшение могу? О, там еще какое-то улучшение. Дробовик. Плюс 8 количество дроби в каждом выстреле. Дробь наносит на 20% больше урона. 10 скорострельности. Блин, это все выглядит интересно. Но в то же время... мы все помрем. Я чувствую это. Открывать талант ремонт робота с помощью... А, керамокристаллов, керамокристаллов. Это открыть, открыть. У меня их нет, этих керамокристаллов. И через 4 минуты у меня самого не будет. Так что... так что такое? Такой себе план. Это что? Что бы это ни было, отнесем. У меня же есть уже одна граната. Может, что-то еще одну получу. Вы нашли форсаж. Раз в 60 секунд появляется возможность ускориться на короткое время. Звучит мощно. Но на короткое время звучит не очень. Я 800. Ну, в принципе, я уже практически выполнил свой мегаплан. Так, теперь вот все вот это подтянуть к себе.
Там, давай, давай, давай. Я не сказал давай. Я не сказал отступаем. Так, ночь. Единица, пошла ракета. Разброс, конечно, надо бы подкачать. Отлично. Эти все умирают. Тоже умирает. Ракета, давай, лети. Лети, родная. Отлично, полетела куда надо. Красиво. И ни в кого из трех воздушников не попал. Это мерзко. Давай, мне нужна ты. Убей его. Убей там всех. Что там по улучшениям? Разброс пуль. Давай, разброс пуль. Так, отключиться от пука. Возьмем бомбу. А? Никаких ремонтных-то артефактов-то я не находил. Вот в чем проблема. Мне просто сказали, живи с этим. И как хочешь. Так, последнюю крупицу опыта набираем. Перед Армагеддоном. Так, все сюда. Блин, надо лететь. Летим, летим, летим. Эх, потерял половину. Тело. Красиво, я вниз, а наверх. Так, у меня еще до босса помру, по факту. Блин, эти вот... Не слишком ли вы там дофига стреляете? Не слишком ли вас дофига? Так, покинуть шахту, блин. Что по улучшениям? Я еще могу что-то купить? Не знаю. Купить. Дробовик. Купить. Бомба это была. Это был не бомба, а дробовик. Ага, ну вот как бы на этом мы... На этом понятно. Все понятно. Так, 3200. Ну. Урон ракеты. Быстрый крюк вниз. И быстрее бегать. Плюс 40. Еще плюс 30. Рывок вверх нет, а вот рывок вниз. Крюк. Ну давай, крюк. Дальность перемещения 18, перезарядка 30 секунд. Ну что ж, что мне тут открылось? Нет, тут нифига, тут все еще засекречено, поэтому новый заход с новыми надеждами на что-то интересное. Ну блин, я в этот раз просто до босса дожил и уже войти в шахту. Умер уже, не успев начать. Вот что грустно. А что, копаем? И надеемся на какие-нибудь хорошие бонусные вещи.
наверное, первый апгрейд, который надо брать, это скорость копания. Потому что он реально помогает. Сейчас им скорость копания дадут. Нет, просто 5% шанс получить там ничего. Три опыта. Что мне с этим делать? Так, делаем путь назад, и возможно у нас получается. Собрать. Так. Обрабатываем, летим. Ракета, лети. Уничтожь. Просто всосали. Подключиться. Улучшение. Плазменный резак. Да, плазменный резак нужен, чтобы быстрее копать. Ну, что-то я в этот раз не стала быстрее. Сильно. Хотя... Все взято. Уходим. И пойдем вниз. Может быть, там мы найдем. Ну-ка. Опа. Нифига себе. Как ты круто делаешь это. Ресурсов. И короче, пещеры, пожалуйста. Единичка. Птицы, блин, говоруны. Где мой дробовик? Почему его отнимают? Вот. Больше шансов на всякие ресурсы. Ой, нет. Войти в шахту. Немножечко отключился. Ну да, случайность. Так, идем во тьму. Что тут бедный шахтер нам закопал. К эффективности бурения 10, к скорости перемещения в шахты. Отлично. Самый лучший апгрейд. Он позволяет делать дела. А не фигней страдать. Это вот жадность моя не позволяет мне бросить родимочку мою. Подключиться к пауку, покинуть шахту. Покинуть шахту. Тройка. Оп. Давайте, покажите мне, а то я не знаю, куда иду. Пока тревога не пришла, буду брить. Ракета. Ну, попадать-то будем. Может быть, там скорость какую-нибудь поворота. Спасибо.
Ну, кто там еще? Нет? Ничего. Вот так это надо. Теперь давай со скоростью пылесоса просто аннигилируй. Пошла, родимая. Ух, ух. Опять эти длинные пещеры заколустья. Мегатехнологии. Все это пройдем мимо. Всему этому придет на свой час. Ага, долгий коридор. Технология дробовика. Это же технология дробовика. Вы нашли бомбомет, оружие, стреляющее большой бомбой по баллистической траектории с большим уроном и областью поражения. Ну, просто что-то... Что-то убийственное там, видимо, дали мне. Давай, возвращайся. Подтягиваем. Подтягиваем все это к себе. Так, надо уже лететь назад. А, блин, тут камень, оказывается, все это время был. Да я лечу, лечу. Лечу, как умею. Сейчас такой, о, все, ваш корабль там уничтожен. Нет. Что там? Рядом с робопауком появляется дрон, стреляющий по врагам. Система дронов. Все колокола говорят. Вот это красиво. Так. Давай. Дрон, работай. Помогай мне. Ну, вроде помогает. Ну так, по чуть-чуть. Ну-ка, улучшение. Бомбомет, система дронов. Что это такое? 35 к разбросу, пофига. 5 количество выстрелов в очереди. Скорости перезарядки. Количество выстрелов. Радиаторы всякие. Скорость перемещения мне, пожалуйста. Скорострельность пулемета. Все это я хочу. Так, отключиться от паука. О, как замечательно пилится. Это просто как нож сквозь масло. Все эти богатства, рудные жилы, надо вот добывать. Все сюда закидываем. Закидываем все туда. Все. Все сюда закидываем. И толкаем. Оп. Ладно. Сгрузим. Блин, почти богатей, почти миллионер. На, подключаться к там к пауку по полгода. А, вот это я сильно закидываю в корабль и в корабле перевозить. Ракета пошла. Дрон. Ракета. Тук-тук-тук-тук. Ну, он просто куда-то там шмаляет. Но шмаляет хорошо. Скорость, разброс, урон мне нужен. Урон мне помогает выживать, поэтому урон я покачаю. Тут бомбомет. 70 к области взрыва, блин. Я даже не знаю, насколько бомбомет круто. Дроиды, вот эта сила. Больше выстрелов, больше всего.
Так, отключиться от паука. Так, последние две единички. Все. Богатая пещера. Уходим. Три. С подкатиком. С подвывертом. Как сколько тут же всяких технологий-то веселых. Так. Отлично. Место, где надо копать. Можно мне улучшить бурильную станцию? Купить. Отключиться от паука, возможно, мне это поможет. Быстрее. О, ремонтные системы. Это же прелесть. Так. И пустые пещерки, как они тут любят. Возвращаться. Пошла граната. Отлично, перенастроилась. Теперь всю эту мелюзгу мерзко. О, нифига себе, дрон просто распилил этого киборга. Я думал, это киборг-убийца. Улучшение, что-нибудь еще могу улучшить? Ну, за зеленые, в принципе, да, за зеленые, возможно, что-то и смогу. Сдал, принял отпечатки пальцев. Очередное ничего. Время идет не на мою сторону. Может быть, надо было бомбомета этого прокачивать, чтобы прям убийственный урон там закидывать. Но это звучит как-то страшно. Так. Перегруз. Почему так у меня мало места для всего? Оп-оп. Лети, лепесток. За мной, я сказал. Покинуть шахту. Тут облака, которые намекают, что не люска, если я тройку нажму, а? Давай еще ракету. Вопрос, насколько я готов спускаться в туман? Я не знаю. Улучшение. Можно починиться, а можно и не чиниться. К разбросу пуль. Дроида надо сильнее делать. Ну, вроде 4, но 25. Но не 25. Ну, блин, дрон-то. Каждому человеку нужен дрон в его жизни. Если там кто-то появится, он умрет. Все. Весело и сердито. 3400 уже накопал.
Ага, вот я чувствую, что пошла. Мы их перестреляем. Отлично, перестреляно. И облака пройдены. Ой, кого там еще осталось добить? Добивай. Там наверняка какая-нибудь фигня осталась, которая вот не хочет умирать нормально. Все. Все еще летят. А, это уже новая волна пошла. Ну, новая так новая. Когда обогнал систему, и они просто сломались, не знают, что со мной делать. О, наконец-таки отстрелялся. Ну, вроде я спустился пониже. Может быть, тут что-то будет тоже интересно. Это мы воспользуемся, чтобы починиться. Копай, копай. Копай, дорогой. Время идет, но время в то же время много. Хочется найти что-то убийственное, что мне сделает жизнь легче. Второго бы дрона я бы не отказался иметь. Так, подтянем все это. Дрон такой тут наблюдает за мной. Ходил туда, все вот это дело сверлил, а тут ничего. Пошла ракета. Каких-то неудачников, но все еще. Не бей меня. Так, умер. Пошла ракета. Ракета-то прямо-таки четко выбирает цели. Радует меня. Ну все. Улучшение. Что я могу улучшить из этого? Что такое? Устойчивость плазмы. Дальность плазменного орудия. Эффективность бурения. Скорость бега. К разбросу пуль. Урон. Вот урон был 40-15. Блин. В принципе, это можно себе, наверное, позволить, если повезет. Если я успею за 3 минуты тут набрать. Хотя вот я смотрю на то, что у меня тут есть, и что-то я сомневаюсь, что мне повезет. Есть у меня ничего. Зато 4700. Включиться, покинуть шахту. Покинуть шахту. Трешечку. Просто скатываемся. Раз там в 30 секунд. Могу себе позволить. Какие тут виды-то. Искаженные пещеры. Во, это уже что-то интересное. Так, мне нужны мега-ресурсы.
их примерно сороковничек нужно. Ну, бурим. Ну, в принципе, да, на апгрейд, наверное, урона у меня теперь есть. Хотя здесь, наверное, нужен еще апгрейд бурения. Про этот момент что-то забыл уже. Кто там? Урон каждой пули. Давай, всю. Термин отрубиться. А, вот эти пацаны, которые взрываются. И много-много мелочи. Покинуть шахту. Вставай на ноги. Получай тогда, да? Так, ракетку. Что у меня по апгрейдам? Апгрейды надо чиниться, наверное, да? Начинать чиниться. Ну что, 30 секунд. Конечно, мне много времени дает. На самом деле нет. Немного. Просто парочку последних кубиков раздолбать. Ну, все. Покинуть шахту. Покинуть шахту. Мне надо быть готовым. Единицы, давай, в кого там? В глаз вот в этот. А, тройка. А, увернулся. Что тут за кракозябры? О, вроде я увернулся. Ну хотя как-то так, херовенько увернулся. Нет, 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 нет. Так, F. Купить. Купить. И купить. Все. Больше у меня ничего нет. Накидываем по глазу ему. Ай. Я не понял, я покоцался или не покоцался. О, отлично. Терпеть и выжить. Я терпел и выживал. Красиво. Отключиться от паука. Ух. Первый босс повержен. Ха-ха-ха. Ну, как повержен? Просто, наверное, отступил. Пока ему больно не стало. Но он наверняка вернется. Такие твари просто так не уходят. О, тут что-то уже мега крутое. Новый вид ресурсов. Чудесно. Эх. Только, скорее всего, новый вид ресурсов, значит, новые проблемы. И мне надо силу бурения качать. Прям очень надо. Очень-очень. Давайте, летите со мной. Подключиться F. 25,4. 25,4. А что я там набрал? 5 каких-то вот мега крутых. А, это вот чтобы тут за вот эти, наверное, да? Или вот, вот эти. Скорость перезарядки. Апгрейды второго уровня, скажем так. Или даже третьего. Хм. А.
ракета делает свои грязные дела. Просто простреливать. Птицы самые опасные твари. Их много, они стреляют как сумасшедшие. Так, ну тут, конечно, тоже может. Буквально прилететь. Как там моя вот эта? Ну, конечно, она весело стреляет. Слышали этот звук? Это что там оно? Во что-то там попадало снизу? Звучало страшно. Так. Ресурсы для улучшения мне нужны. Мне нужно где-то 25 синие штуки. Простого базового ресурса. Где я его возьму? Явно не здесь. А где тогда? Так, ладно, добываем. Добываем. Он подлетит. Ведь там сегодня патч пришел обновленный, что... Типа за увеличили там минуток на 5 нападение второго босса. То есть как бы тут второй босс меня просто бы аннигилировал. Без этих всех штук. Улучшение. 25,4. У меня 0. Что это такое? Что это за... Сейчас мы тебе накидаем единичку. У меня пули мощные тоже. Нравится мне, как там вот снаряды, которые выпущены полгода назад, во что-то там попадают. Ну что, все? Так, отключится паука. Хочется прямо-таки отправиться туда, на исследование этого нечто. Есть зеленые кубики? Мне надо 4, чтобы быстрее копать. А то я тут буду копать долго. Долго и мучительно. Так, бурим в этой красной плоти. Это что-то глина такая. Всего лишь глина. Чё? Ну тут богато, конечно, глина. Да. Разочек копнул. Сколько всего выкопал. Манит меня эта штука. Чтобы я тут застревал, понимаешь? Давай со мной. Там уже пошла война. Блин, какие-то там уже пошли. Сосалась ко мне, взорвалась. На. Умри, пожалуйста.
Так, я только жизни теряю. Улучшение. Что-нибудь могу улучшить? Ну, быстрый поворот. Бомбомет надо уже. 70 к области взрыва там. Прицельный интерфейс, который показывает примерно траекторию будущего выстрела. Это интересно. Интересно. Так, подключиться. Покинуть шахту. Мне просто хочется отправиться на путешествие. Я понимаю, что это сомнительное приключение, но что у нас здесь? А у нас здесь зеленая фигня, которая меня может спасти, если ее будет побольше. И как минимум здесь можно быстрее копать. Надо выбирать. Так, надо выбираться. Так, залетаем. Присоединяемся. F-ку. Быстро сверлить. Единичку. Давай, единичка. Стрекоз. Меня взорвали камикадзе. Вот этого я не ожидал. Ваш робопаук уничтожен. Понятно. Блин, надо было успевать чиниться. Я не успел понять, что я слишком сильно пострадал. Засекречен. Насколько же вниз там надо спуститься, чтобы быть мега крутым? Скорость паука. Мне не хватало скорости, чтобы уйти. Ну, потому что я вроде как бы получал все еще урон. Пробурить 3 блока. Ну, что это такое? Это как-то такое... Контейнер для ресурсов, вот мне его не хватало сильно. Стреляет ракеты хищник, не 500, а 1500 урона, чтобы босса убивать первого просто на раз-два. Быстрый рывок вверх. Быстрый рывок вниз. Следующий уровень. Дальность перемещения 18, перезарядка 30 секунд, а сейчас сколько? Неизвестно сколько. Так. Хочу двигатель, просто потому что выглядит модно. Хочу ракетную установку, потому что убивает. И за 1150 я уже ничего не смогу. Но полагаю, больше ничего и не надо. Если вам понравилось, как мы играли, и вы хотите видеть продолжение, ставьте лайки, не стесняемся. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.